День физкультурника в Казани отметили на широкую ногу. На площади тысячелетий все желающие могли приобщиться к физической культуре. Баскетбол, футбол и даже шахматы. Некоторые демонстрировали свою точность метания ножей, а вот хрупкие девушки решили показать свою силу. С легкостью поднимали штанги, а некоторые даже сдвигали автомобиль весом в 1,5 тонны. А для самых маленьких были устроены автогонки, но вместо спортивного болида – пластмассовый телокар. Детки начинают ходить за этими машинками, потом они пересаживаются на них, затем уже дальше трехколесные, четырехколесные велосипеды и дальше велосипед. То есть это некие такие этапы, скажем так, совершенствование своего мастерства на велосипедах, ну и, конечно же, это здоровье. На праздник пришли не только любители здорового образа жизни, но и профессиональные спортсмены. Своим примером они хотели показать, что спорт может стать любимым делом жизни. Спорт вообще очень важен в жизни людей, особенно при сегодняшнем темпе жизни. Мне кажется, каждый человек обязан заниматься спортом, и такие мероприятия помогают людям собираться вместе, общаться, заниматься спортом, играть. Для меня, грубо говоря, спорт – это жизнь, наверное. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.